Вот уже 30 лет городской оздоровительный лагерь «Сказочный» занимает, развлекает и тем самым радует детей Красногорска. В этом году смены организованы на базе Апалиховской школы в жилом комплексе «Серебрица». 20 лет из 30 вечно молодым коллективом «Сказочного» бессменно руководит Елена Сапронова. Лагерь городской, дети со всего нашего городского округа, есть из Нахабино, из Новоникольска, из Апалихи есть, из Красногорска, то есть дети из разных школ. Программа у нас новая, она посвящена году семьи, называется она «Судьба и Родина едины». Программа у нас большая, интересная, много кружков работает в этом году, у нас и кулинария, и проводятся мастер-классы, плетение из кожи, и из фанеры поделки делаем. Кроме того, спортивные игры, лазертаг, изо, лепка из теста, лепка из глины. Вот у всех каждый день заняты каким-то своим интересным делом. Из 325 детей в возрасте от 7 до 14 лет сформированы 11 тематических отрядов, названных именами российских ученых, писателей, композиторов, космонавтов. Гагаринцы и чайковцы, менделеевцы и нахимовцы, мичуринцы и хранители наследия Пушкина и Гоголя. 65 вожатых и 22 воспитателя следят за тем, чтобы время, проведенное в лагере, прошло весело, интересно и с пользой для каждого ребенка. Ближайший 21 день, а ровно столько длится смена в «Сказочном», будет посвящен всестороннему развитию и занимательному досугу. Тимофей Шмидт уже 3 года организует культурную программу в лагере, а в этой смене он впервые задействован как руководитель вожатых. Что нового ждет ребят в ближайшие 4 недели? Из года в год «Сказочный» преподносит нам какие-то сюрпризы. Этот год не исключение. Мы решили вернуть такую старую добрую традицию, как КВН в лагере, поэтому очень хочется посмотреть, что придумывают вожатые, что придумывают воспитатели, как выступят дети, заволнуются или нет. Многолетние традиции и поиск инноваций органично сосуществуют в программе лагеря. Благодаря этому дети совмещают отдых и саморазвитие, познают мир и закрепляют навыки, полученные в школе. Потому и стремятся попасть в «Сказочный» из года в год. Лиза Баранова, например, в нем уже 7-й раз. Она представляет отряд любителей химии «Менделеевцы». В лагере мы будем развиваться, будем узнавать много чего нового, ставить свои сценки, сплачиваться и разрабатывать свой командный дух. Также мы будем пытаться научиться помогать друг другу даже в самых трудных ситуациях. Лагерь – это вторая семья. Большая, энергичная, веселая, она делает дружный шаг в увлекательное путешествие, полное развлечений, открытий и ярких эмоций. Лагерь «Сказочный» открыт. Лето – это новые встречи, яркие, добрые впечатления. И все это ждет вас в нашем прекрасном лагере «Сказочный». Ребят, вам желаю всем удачи, успехов, солнечных, теплых дней, добрых друзей, ну и, конечно, интересных мероприятий. Добрый путь!